Здравствуйте, друзья! Сегодня мы находимся в Раздолинском районе, в селе Стерегущем, на замечательном фестивале «Прибой». Сзади нас главная сцена, многочисленные палатки, море, футбол. И что же здесь происходило и происходит, мы еще посмотрим. Давайте вместе с вами. Дружба всегда поможет, дружба всегда права. Пусть есть любовь, и все же дружба всему голова. С детства тебе знакомы сказочные слова. Дружба такое слово, дружба всему основа. И повторю я снова, дружба всему голова. Велосипед. Да, веретено у меня бабушка прила. А это прялка. Это именно прялка, да. Ножная. Если у девушки не было прялки, считалось, она не хозяйка, такой замок. А вы с Раздольного, да? С Раздольного? Нет, Симферополя. Симферополя? А как вас зовут? Ольга Романовна. Да вы до сих пор сами придете, получается, да? Я саму приду и даю собачью часть. Я возить, приду для себя, для платков, для оренбургской техники. А это вы сами делаете, да? Конечно, сама. Thank you.
вот это с ракушками, смотрели она. А вот улитка, смотри, которая у нас весь огород заполонили. Вот. Виноградная улитка. Ты какие ракушки. Сели. Мне кажется, что это были настоящие. Знаешь, из ракушек сколько всего сделать можно. Смотри. Мне кажется, что вот это я хочу маленький подождать. О, барашек. Смотри, барашек. Куколка, смотри, какая грустная. Где? Она не грустная. Нет, а какая она? Она веселая. Веселая? Глаза у нее не очень веселые. А это кто рядом? Баба Яга, что ли? Дедушка какой-то. Дедушка, да. Чего убирает вообще? Я вспомнила, как будто Баба Яга. Баба Яга, здравствуйте. Мам, свитер будет еще? Мама. Мама, это из мультика. Да? Где? А, да. Про казаков, да, мультик? Да. Данилочка, положи. Мама, это кто? Это... Про жену, какая должна быть жена. Это не знаю, что это оберег какой-то, наверное. Ого. Какая красота. А вы откуда сами? С Раздольного. С Раздольного, местные, да? А в Раздольном где-то продаете, да? Да, магазин «Орбита». Магазин «Орбита», ага. Там что-то есть. Красиво. Это для заварки. А это для конфет. А это для заварки. Ага. И тут заявка. На стол, на кухню. Смотри, еще что выкладывает. О, а вот есть для карандашей. Для карандашей, да, красиво тоже. Причем он яркий, есть, видишь, пони. Это шкатулка. А, то шкатулка? Ага, не открывается, достается и... А, это копилочка? Да, ой, шкатулка, это копилочка. Вообще интересно. Мне тоже. На велосипед собирать можно. А я так коплю на телефон. На телефон? Покажи свою. А? Покажи свою. Я тоже буду копить. Вот такая у нас линейка красивая. Красиво. Мама, у меня всего как... Такое красивое. Мама, можно я такую штуку? Не вот эту. Да. Что, вкусно пахнет? Да. Мне нравится, тебе у меня руки пахнут. Да. Ну, красивое, смотри, какое. Это залито прямо. Ой, а пахнет как апельсин, прям вообще. Это в мочалочке, знаете, растительная такая мочалка. Люфа. Да, люфа. И потом нарезается бабилл. Сколько такая красота. Какая там на каждом кусочке написано. Цена есть, да? Вот, мам, давай такое. Давай и такое. Теперь немножко отступаем. Это место, где мы перематывали. Вот здесь вот. Прижимает.
Ребята, вот так ровно подтянем. Тихонько, так, тихонько, не тихонько. Вот так, очередь берешь, так, по чуть-чуть подтянем. Я поставлю, он высохнет, но такой объем, наверное, до утра. Потом его перевернуть немножко вверх, он должен высыхать. Потом, когда он подсохнет, он высохнет. А можно взять губку, ну, обычно вот такой вот эту гидрату. И немножечко супу подщипывать, и еще помочь. Раскрасить акрилкой. Ну, такой, допустим, как карандаш. Не, ну тебе, ты сейчас делаешь, ты поставишь у себя сушить. Завтра, например, с утра перевернешь. Не, потом вот, аккуратно повезет. Вот эту, вот эту юбочку потом можно губкой аккуратно взять и затереть. Аккуратно повезет. Так, руки вымывай, хорошо? Руки мой хорошо. Спасибо. Теперь ты хочешь. Так, аккуратно, он может упасть. Надо теперь поставить. Оно на солнышке сохнет или в тени? Тени. В тени, да? Да? Сотки хватает, да? Через сутки перевернете и солнышком кверху, чтобы он еще высыхал. Ну, вы когда уезжаете? Ну, мы завтра вечером уезжаем. Ну, мы тут рядом, мы машиной своей. Я имею в виду, да, просто, чтобы вот его вот так аккуратно включать, аккуратно в коробочке. Ну, вот до раскрашивания сколько его держать? Ну, я думаю, недельки две. Две-три недельки высохнет, увидите, когда нам это можно густо оттереть, ну, обычно, чтобы оттереть, чтобы тут навыки поубирать, и акрилочки раскрасить. Акрилкой. Спасибо, да. Такой у нас горшок получился. Кирьяева Гульсиган Минзакировна. Первый заместитель главы администрации Раздольевского района Захаров Андрей Геннадьевич. Заместитель главы администрации Раздольевского района Ломоносова Ольга Васильевна. Директор муниципального бюджетного учреждения культуры Марцинюк Илья Иванович. Слово для приветствия предоставляется Зикирьяевой Гульсиган Минзакировне. Я тебе сейчас столько тебе гаду принесу, не могу. Здравствуй, прибой. Здравствуй, прибой! Я очень рада видеть с новой пропиской. Я очень рада видеть на нашем фестивале, уже традиционном, любимом, прекрасном фестивале, новые лица, новых друзей. Наш фестиваль расширил границы. Сегодня я вижу здесь и Судак, и Джанкой, и Бахчисарай, Симферополь, и, конечно, наш уважаемый Раздольнинский район. Я поздравляю всех с этим фестивалем, потому что он большой праздником является. Я поздравляю вас с праздником. Желаю каждому из вас благополучия, здоровья, счастья, удачи. А фестивалю я хочу сказать, Илья Иванович, Дом дружбы народов этот фестиваль начал с вами совместно готовить, организовывать в этом году уже ровно 5 лет. Так что своего рода для Дома дружбы народов в этом году юбилейный фестиваль. И поэтому, как положено, уже взрослому фестивалю иметь солидность. И поэтому Дом дружбы народов делает вам такой подарок. Подарок-предложение – это логотип фестиваля. Как любой солидный фестиваль должен иметь логотип, так и мы предлагаем вам свою версию логотипа фестиваля, который, я думаю, понравится и всем участникам нашего фестиваля, всем друзьям фестиваля. Прибой собирает друзей. И я его торжественно хочу вручить вам, Леонид, как хозяину этого фестиваля. Ольга Васильевна, спасибо и вам за сотрудничество в организации.
участвовать в этом фестивале. Вернее, спасибо вам, что вы нас приглашаете на этот фестиваль. Нам очень с вами комфортно работать. И я думаю, что в дальнейшем мы будем делать все возможное для того, чтобы этот фестиваль развивался, становился все креативнее и пополнял ряды своих друзей. И я знаю, что в этом году для, вернее, в организации этого фестиваля очень большую помощь оказал глава Раздольнинского района, поэтому мы от имени Дома дружбы народов Республики Крым хотели бы вручить, вернее, теперь уже передать благодарность Государственного комитета по делам межнациональных отношений, государственного бюджетного учреждения Республики Крым. Тихо. Пока полная, можно снять. Конечно, снимайте. Кого вам? Медведя, Маша. Маша и медведь, пожалуйста. О, какая красота. Медведь, мед есть. Маша пирожки уже нажарила, сейчас будет угощать. Сейчас Маша пропала. Русская кухня. Пока угощаемся. Комиссия пройдет, приходите к нам на результат. Ой, ну вообще, это вообще лакомство самое русское. Петушки, да? Да. Пойдем в другую кухню посмотрим. Новыми друзьями. Микрофону приглашается Захаров Андрей Геннадьевич. Есть крымско-татарская кухня. Крым действительно является уникальным местом. Это уникальная природа, самобытность, культура наших жителей. Сегодня неспроста мы здесь собрались на замечательной уголке природы. И как символично это выглядит на прибое. Прибой вернулся на прибой. Конечно же, это очень здорово. Сегодня 12 лет мы отмечаем этот замечательный фестиваль, и он становится визитной карточкой нашего района. Мы собираем друзей сегодня, одно из самых важных событийных мероприятий нашего крымско-татарского района. Наш район развивается как курортный район, и сегодня нам больше надо таких мероприятий, чтобы нас узнавали, чтобы нас знали везде, во всей России. Прекрасно. Жить в мире, дружбе и, конечно же, радости. Очень много сегодня улыбок сегодня здесь. Конечно же, эти замечательные краски, эти замечательные костюмы. А можно пока никого нет заснять? А замечательные песни, звонки наших коллективов, коллективов наших... Сейчас ставят звук. Конечно же, будут... радовать наших отдыхающих. Это украинская кухня. Желаю всем замечательно отдохнуть. И, конечно же... Да, нам уже сказали, что комиссию ждете. Слово для приветствия предоставляется Ломоносовой Ольге Васильевне. Жила, ой, отлично жила, и в аварии вала, гостей.
Thank you.